Thank you.
То есть мало кто знает об этом озере. Его даже нет на картах. Озеро это достаточно глубокое и постоянно заполнено водой. Вода в нем словно живая от различных жуков, может быть, рыб. Вы можете убедиться в этом сами. На поверхности воды летают стрекозы. Значительная темнота воды говорит о достаточно его глубине. Они свободно утопают большие коряги. Вот там виден уже противоположный берег. Само озеро расположено в низине, имеющей вид овала. Берега земляные. Так и кажется, что сейчас отсюда выглядит водяной. Большая и живописная поляна, слывущая в народе под названием Большой Поляны, на самом деле называется Урочище Куричево. Урочище состоит из, собственно, поляны, которая на самом деле огромная, а также расположена в лесу торфяного болота, где, когда ступаешь, то следы наполняются водой.
на вереск садятся большие шмели. Всегда над Куличем невероятно красивые облака. Часть луговины покрыта растениями высотой в рост человека. В ней живет множество насекомых. Северная окраина Куличева. Как солнце высветлило березу. Вянут травы к сентябрю, золотится береза. За этими березами даже в самую жару уютно и прохладно. Границы Куличева сторожат могучие сосны. И вот включилось солнце. А вот здесь, на месте этого
живописного поля, еще 5 лет назад шумел лес. Но кому-то понадобились деревья на строительство или на дрова для шашлыков. Озеро Алмазному ведет изрытая колдобинами дорога. После дождя здесь собирается непроходимая грязь. Выходной день от машины здесь не протолкнется. Народ едет на пикники. У поворота к озеру есть, кажется, русло пересохшей некогда речушки или ручейка. От мелиоративного канала его отличает довольно кривизна и ветвистость. Несколько лет назад тут еще сочилась вода. Озеро Алмазное, летают чайки, видна труба ТЭЦ. Монетный двор. Берег зарос ивами и осокой. Дно песчаное. Озеро расположено в огромном овраге, берега которого крутые с одной стороны и довольно пологие с северной. Местами берега своей крутизной напоминают берега Десны. Песчаные, обрывистые. Склонов не весь каким образом держатся корнями огромные сосны. Высокие до самого неба.
проедемся вот к тому дальнему лесу около ТЭЦ. Вот хорошо видно, какую мощную корневую систему должна иметь сосна, чтобы удерживаться на таком берегу. Но не везде берега крутые, есть и пологие, плавно спускающиеся к воде. А по берегам растет сосновый лес. По песку я больше качу велик, нежели еду на нем. В этой части озера есть остров, покрытый лиственным лесом. Вода тут спокойная и почти нет волн, в отличие от более южной части. Архитектурная доминанта ТЭЦ. Берегу пробурили ходы кроты. То не диких зверей голоса, а человеческие. Заросший овраг. Как знать, может быть здесь когда-то протекал ручей. Он идет к озеру, этот овраг. Три сосны, как три мушкетера. Молодняк. Там снова старый лес. Мы находимся в части озера, которая практически примыкает к ТЭЦ-6. На песчаном косогоре лес.
стоит некий киоск, где написано, что штраф 300 гривен, 5000 гривен за то, что мусорят в лесу. Кто эти штрафы взимает, когда мусорят и мусорят? Над озером расположен довольно высокий холм. Между его склоном и берегом овраг, в котором не то ручей течет, не то болотце застоялось. Мы спустимся и поглядим, что там. Находится там весьма нехилый водоем, который длится и длится. Не могу пробраться ближе. Вода в нем темная. Видны лягушки. Я сейчас смог пробраться ближе. Водоем длится довольно долго вдоль всего этого шоссе. С одной стороны холм с такими живописными соснами, а с другой пологий берег, ведущий к Алмазному озеру. Ручей превращен в свалку, и трудно разобрать, есть ли здесь течение или нет. Ну, вода, растительность-то водная, но двигаться дальше. Около 6 ТЭЦ я нашел окончание, видимое окончание этого водоема. Вот тут он заканчивается возле некой свалки. Подойдем ближе. Вот так. Не стесняются представители рода человеческого портить природу. Вопрос, есть ли здесь течение, я отвечу знаком вопроса. Я не знаю, есть ли здесь течение, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Есть огромный водоем. Довольно большой, его можно сравнить с отрезком притока Дарницы в Парке Победы. Но здесь гораздо богаче естественная растительность. Вот его окончание. Куда идет дальше, непонятно. Если найти, может быть, уходит коллектор или просто русло иссякает. Непонятно. Уважаемые зрители, в шортах я туда не проберусь. Так бы не хотел. Не могу не удержаться, чтобы не снять окрестности ТЭЦ-6. Удивительные зеленые автобусы, которые тут ходят. Эта вот улица называется Пуховская. На самом деле это не улица, а просто трасса, домов на ней нет. Я сейчас поеду по Пуховской, чтобы вернуться в город. Ну что, вкручиваем педали по Пуховской. Люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Мой кумир, телец золотой. Едем, едем. Далекие края. Веселые соседи, хорошие друзья.
Для полноты картины другой берег, вид с другого берега лесного озера, противоположного тому, откуда мы начали свое путешествие. Вот это обрывистый берег, где мы были. Часть лесного, часть Алмазного озера, примыкающая почти к лесному кладбищу. Оно вот там дальше по трассе, по улице Крайней. Самое большое озеро в Киеве, Алмазное.